Всем доброго дня! Меня зовут Надежда, и вы на моем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такие замечательные пинетки без шва. Пинетки по размеру на возраст с рождения. Если вы вяжете и вам нужны подобные видеоуроки, оставайтесь со мной, а мы начнем. Так, давайте приступим. Для работы мне понадобится 4 помпона. Они у меня такого цвета, небольшие. Ножнички для обрезки нитки, иголка трикотажная, комплект чулочных спиц. Я буду вязать чулочными, это у меня номер, спица номер 3. И, соответственно, пряжа у меня это Alize Angora Gold Simule с люрексом на 100 грамм 500 метров. Вот вам, пожалуйста, длина, цвет, партия. Если нужно, делайте скриншот. Вязать буду в две ниточки. Если вы будете вязать с одного мотка, одну ниточку берете сверху, вторую достаете из серединки. Ну, у меня еще есть остаточек. Я сначала извяжу его, а потом возьму моточек. Я уже изначально смотала две нитки вместе для удобства. Вы можете поступить так же. Давайте приступать. Вязать сами пинетки я буду на трех спицах, используя четвертую для провязывания. Значит, я набрала на 3 спицы по 12 петель на каждую. Всего у меня получилось 36 петель. Петли набираете любым удобным для вас способом. Дальше от наборного края нам нужно провязать 9 рядов резинкой 1 на 1, без учета наборного края. С 1 по 9 ряд включительно вяжем резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная, и так до конца ряда, и все последующие ряды соответственно. Если вы вяжете в две ниточки, как и я, смотрите внимательно, чтобы зацепить обе нитки, чтобы полотно у вас легло равномерно. Либо же вы можете взять ниточку не 500 метров, как у меня, а 250 на 100 грамм и вязать уже одну нить. Так, я провязала первый ряд резинкой. Таким образом, по рисунку мы вяжем вплоть по 9 ряд включительно. Вот я провязала 9 рядов резинкой 1 на 1. Началом ряда у меня служит вот такой хвостик. Я его изначально сразу не заправляю. Он у меня как ориентир, маячок. Я тогда не вешаю маркер. Если вы сразу заправляете хвостик, тогда повесьте маркерочку, чтобы для обозначения начала вашего ряда. Дальше 9 и 10 ряд мы будем вязать лицевыми петлями для красивого загиба вот этого отворота. 9 и 10 ряд вяжем лицевыми петлями. Я надеюсь, что лицевые петли вязать уже умеют практически все. Мне хочется на это надеяться. Девятый ряд мы довязали лицевыми. Вяжем десятый тоже лицевыми петельками. В
Так, 9 и 10 ряд у меня провязаны лицевыми. Дальше, начиная с 11 ряда и по 24 ряд включительно, мы вяжем резинкой опять 1 на 1, так же, как у нас было изначально. Вяжем 11 ряд резинкой 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная и так до конца ряда. Я провязала 11 ряд резинкой 1 на 1. Дальше мы будем продолжать вязание по 24 ряд включительно резинкой 1 на 1 далее по рисунку. Так, я довязала 24 ряд. 25 ряд мы будем вязать следующим образом. Он нам нужен для вдевания полого шнурка, с которому будут пришиваться помпоны, то есть для завязочки такой. И вязать мы будем следующим образом. 2 вместе накид, 2 вместе накид, то есть будем чередовать. 2 вместе. Накид. 2 вместе. Накид. То есть 2 вместе мы провязываем, вот где у нас идет резиночка, вот лицевая и изнаночная петелька, мы провязываем вместе. Лицевую с изнаночной. 2 вместе, накид, 2 вместе, накид. Вот так вот у вас должно получаться. Надеюсь, фокусируется. Вот. Так. Таким образом вяжем до конца ряда. И вместе накид. Вот туго провязала петельки, сейчас самой неудобно. 24 ряд берите немножечко слабее, когда вяжете. 2 вместе. Теперь смотрите, провязали 2 вместе на спицы, вам нужно сделать накид. То, что он будет последним, это не критично. Смотрите, вы вот делаете накид, загибаясь на спице вот таким вот образом. Надеюсь, видно. Вот накинули петельку, спицу под спицу пустили и пальцем придавили. Вот. Чтобы у вас этот накид не слетел. Следующую спицу провязываете также. Вот немножечко его придерживаете ниточку вашу, чтобы она вас не убежала. Если вы вяжете на круговых спицах, это будет удобнее, но смотрите сами, как удобнее вам. И здесь вяжем аналогично дальше. 2 вместе, накид. 2 вместе. Накид. И так до конца кругового ряда. Последние 2 вместе. Накид. 25 ряд провязан для полого шнура. Дальше у нас с 26 ряда по 29 ряд включительно мы будем вязать резинкой 1 на 1. Продолжать вязать. 26 ряд мы вяжем следующим образом. Там, где у нас присутствует петля, мы вяжем лицевую.
Накид провязываем изнаночной. Лицевая. Накид провязываем изнаночной. Лицевая. Накид, изнаночная петля. То есть, так как и вязали резиночкой, только лицевую петельку мы провязываем лицевой, а все накиды мы провязываем изнаночной. Мы провязали 26 ряд резиночкой 1 на 1. Дальше 27, 28 и 29 ряды будем вязать дальше по рисунку резинкой. Так, у меня провязано 29 рядов самого по галеночке пинеток. 30 ряд мы будем вязать просто лицевыми спицами. 30 ряд провяжем лицевыми. Тридцатый ряд провязан. Теперь мы будем вязать язычок, мысок пинетки. Ну, сюда, дальше. Вязать будем на одной средней спице. Две боковые мы оставим пока сзади за работой. Они у нас будут без действия пока. Сам поголеночек составляет 30 рядов. Без учета наборного края. Я хочу обратить ваше внимание именно на это. 30... Наборный край у меня не учитывается. 30 рядов от наборного края. Для вывязывания самого язычка нам нужно провязать 18 рядов просто лицевой гладью. В эти 18 рядов входят как лицевые ряды, так и изнаночные. То есть вяжем 9 рядов лицевых и 9 плюс изнаночных. Всего должно получиться 18. Так, начинаем. Смотрите, первый ряд у нас лицевой. Провязали первый ряд лицевыми петельками, переворачиваем работу. Мысочек вяжется поворотными рядами. Первую петельку мы снимаем и провязываем остальные петельки. Это у нас будет второй ряд. Второй ряд изнаночной петли. Третий ряд у нас будет лицевые петли. Первую петлю снимаем, провязываем лицевыми петельками. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. Четвертый ряд вяжем изнаночными петельками. Первую снимаем, провязываем. Это у нас будет четвертый ряд. Разворачиваем вязание. Я провязала 4 ряда. Мне нужно провязать
по 18 включительно. То есть сейчас я буду вязать 5 ряд лицевые петли, 6 ряд изнаночные и так до 18 ряда. Я провязала 18 рядочков нашего мыска. Вот так вот он у меня выглядит. Теперь мне нужно с каждой стороны боковой набрать по 9 петелечек. Вот я провязала 9 рядов резинкой 1 на 1. Началом ряда у меня служит вот такой хвостик. Я его изначально сразу не заправляю. Он у меня как ориентир, маячок. Я тогда не вешаю маркер. Если вы сразу заправляете хвостик, тогда повесьте маркерочку, что для обозначения начала вашего ряда. Дальше 9 и 10 ряд мы будем вязать лицевыми петлями для красивого загиба вот этого отворота. 9 и 10 ряд вяжем лицевыми петлями. Я надеюсь, что лицевые петли вязать уже умеют практически все. Мне хочется на это надеяться. Так, 9 ряд мы довязали. Лицевыми. Вяжем 10 тоже лицевыми петельками. Так, 9 и 10 ряд у меня провязаны лицевыми. Дальше, начиная с 11 ряда и по 24 ряд включительно, мы вяжем резинкой опять 1 на 1. Так же, как у нас было изначально. Вяжем 11 ряд резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная, лицевая, изнаночная и так до конца ряда. Я провязала 11 ряд резинкой 1 на 1. Дальше мы будем продолжать вязание по 24 ряд включительно резинкой 1 на 1 далее по рисунку. Так, я довязала 24 ряд. 25 ряд мы будем вязать следующим образом. Он нам нужен для вдевания полого шнурка, с которым будут пришиваться помпоны, то есть для завязочки такой. И вязать мы будем следующим образом. 2 вместе накид, 2 вместе накид, то есть будем чередовать. 2 вместе. Накид. 2 вместе. Накид. То есть 2 вместе мы провязываем. Вот где у нас идет резиночка, вот лицевая и изнаночная петелька, мы провязываем вместе. Лицевую с изнаночной. 2 вместе, накид, 2 вместе, накид. Вот так вот у вас должно получаться. Надеюсь, фокусируется. Вот. Так. Таким образом вяжем до конца ряда.
и вместе накид. Вот туго провязала петельки, сейчас самой неудобно. 24 ряд берите немножечко слабее, когда вяжете. 2 вместе. Теперь смотрите, провязали 2 вместе на спице. Вам нужно сделать накид. То, что он будет последним, это не критично. Смотрите, вы вот делаете накид, загибаясь на спице вот таким вот образом. Надеюсь, видно. Вот. Накинули петельку, спицу под спицу пустили и пальцем придавили. Вот. Чтобы у вас этот накид не слетел. Следующую спицу провязываете также. Вот немножечко его придерживаете. Ниточку вашу, чтобы она у вас не убежала. Если вы вяжете на круговых спицах, это будет удобнее, но смотрите сами, как удобнее вам. И здесь вяжем аналогично дальше. 2 вместе, накид. 2 вместе. Накид. И так до конца кругового ряда. Последние 2 вместе. Накид. 25 ряд провязан для пулового шнура. Дальше у нас с 26 ряда по 29 ряд включительно мы будем вязать резинкой 1 на 1. Продолжать вязать. 26 ряд мы вяжем следующим образом. Там, где у нас присутствует петля, мы вяжем лицевую. Накид провязываем изнаночной. Лицевая, накид провязываем изнаночной. Лицевая, накид, изнаночная петля. То есть, так как и вязали резиночкой, только лицевую петельку мы провязываем лицевой, а все накиды мы провязываем изнаночной. Мы провязали 26 ряд резиночкой 1 на 1. Дальше 27, 28 и 29 ряды будем вязать дальше по рисунку резинкой. Так, у меня провязано 29 рядов самого поголеночка пинеток. 30 ряд мы будем вязать просто лицевыми спицами. 30 ряд провяжем лицевыми. Тридцатый ряд провязан. Теперь мы будем вязать язычок, мысок пинетки. Ну, сюда, дальше. Вязать будем на одной средней спице. Две боковые мы оставим пока сзади за работой. Они у нас будут без действия пока. Сам поголеночек составляет 30 рядов без учета наборного края. Я хочу обратить ваше внимание именно на это. 30... Наборный край у меня не учитывается. 30 рядов от наборного края. Для вывязывания самого язычка нам нужно провязать 18 рядов просто лицевой гладью.
В эти 18 рядов входят как лицевые ряды, так и изнаночные. То есть вяжем 9 рядов лицевых и 9 плюс изнаночных. Всего должно получиться 18. Так, начинаем. Смотрите, первый ряд у нас лицевой. Провязали первый ряд лицевыми петельками, переворачиваем работу. Мысочек вяжется поворотными рядами. Первую петельку мы снимаем и провязываем остальные петельки. Это у нас будет второй ряд. Второй ряд изнаночные петли. Третий ряд у нас будет лицевые петли. Первую петлю снимаем, провязываем лицевыми петельками. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. Четвертый ряд вяжем изнаночными петельками. Первую снимаем, провязываем. Это у нас будет четвертый ряд. Разворачиваем вязание. Я провязала 4 ряда. Мне нужно провязать по 18 включительно. То есть сейчас я буду вязать пятый ряд лицевые петли, шестой ряд изнаночные и так до 18 ряда. Я провязала 18 рядочков нашего мыска. Вот так вот он у меня выглядит. Теперь мне нужно с каждой стороны боковой набрать по 9 петелечек. Набирать я буду следующим образом. Ну, то есть во время вязания я сейчас провяжу вот эти 12 центральных и вокруг буду добирать. И это у нас будет первый ряд подъема стопы. Смотрите, как я это буду делать. Вот здесь у нас ряд закончится. Вот, видите? Здесь он начнется и здесь же закончится. Смотрите, я провязываю 12 петелек нашего мыска. Провязали. Теперь мы будем с этой стороны добирать 9 петель. Я буду добирать, ну, вот, где у вас косичка идет по боку. В каждую косичку мы набираем петельку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь и 9. Дальше мы лицевой гладью провязываем петли пяточки, которые у нас оставались на дополнительных спицах.
Здесь с этой стороны мы аналогичным способом набираем 9 петель. Опять же, 9 так же, как мы набирали с этой стороны. И у нас получится одинаковое количество петель с обоих сторон. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Вот, петельки у нас набраны. Видите, где я начинала от мысочка и закончила, пришла к нему. Я набрала петельки с обеих сторон. И у нас получился первый ряд подъема пинетки вот этого вот. Теперь нам нужно вокруг для подъема провязать 12 рядов лицевой гладью. И поехали мы вязать дальше, второй ряд. Будем вязать вокруг на всех спицах. Я оставлю на трех, как и вязала. Вы можете перейти на 4 спицы или на круговые, если вам так будет неудобно. Я останусь на своих трех, как и вязала. Я провязала второй ряд подъема пинетки. У меня вместо маркера висит хвостик. Вот я хочу еще раз обратить ваше внимание, что это мой ориентир. Если вы хвостик заправляете сразу, вешайте маркерочек, чтобы вам не запутаться. Таким образом мы вяжем до 12 ряда включительно лицевой кладью. Вы можете взять, например, не лицевую гладь, можете взять изнаночную, можете взять платочную гладь для подъема. Это как вам больше понравится. Можно поиграть с этим. Лицевая, допустим, изнаночная и платочка. Я предлагаю такие варианты. В моем случае я буду вязать лицевой гладью полностью всю пинетку. Вяжем до 12 ряда включительно. Я провяжу самостоятельно, вы самостоятельно. И потом перейдем на пяточку и будем вязать с вами вместе дальше. Я провязала 12 рядов подъема пинетки. Выглядит это вот так на спицах у меня. После того, как вы провяжете подъем такой, как вам нужен, нам нужно сформировать саму стопу. В стопу у меня пойдет продолжение мыска. То есть, вот, как вам показать удобнее, вот мысочек, и он будет продолжаться на ножку в стопу. То есть, нам нужно взять целых средних 12 петельничек. Опять же таки, у нас было по краю набрано по 9. Смотрите, как я теперь буду делать дальше. Я провязываю 9 петель здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это наша боковая часть. Вот это. Вот видите? Вот продолжение боковой части, 9 петелек. Дальше провязываем 12 средних петель следующим образом. Вяжем 1,
11 провязали лицевой, 12-ю петлю, последнюю из середины, да, последняя петля 12-я у нас будет от мыска и первая от боковой части, первая из 9 сбоку. Мы провязываем 2 вместе лицевой. Разворачиваем вязание. Первую петельку снимаем. Вяжем 12 раз. Первая снятая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11 провязываем лицевой, 12 здесь же, последнюю из стопы и первую из боковой части, из 9 вот этих петелек. Первую и последнюю провязываем 2 вместе изнаночной петелечкой. Разворачиваем вязание. То есть, смотрите, у нас сейчас задействовано 12 средних петелечек. Видите, мы здесь, когда провязали, у нас видно отверстие такое небольшое. И здесь оно будет тоже видно потом. И вяжем теперь средние 12 петель. Вот последнюю и первую 2 вместе лицевой. Девять, 10, 11, 12, 2 вместе изнаночной. То есть в лицевых рядах 2 вместе вы провязываете лицевой, в изнаночном ряду 2 вместе изнаночной провязали. Переворачиваем вязание и вяжем так дальше пяточку. Не пяточку, а подошвочку саму. Я неправильно выразилась. Перевернули. Вместе изнаночной. Я надеюсь, принцип подушечки понятен. И таким образом мы будем вязать до тех пор, пока вот на вот этих вот двух задних спицах у вас не останется по 6 петелек. Вот на этой 6 петелек и на этой 6 петелечек. Я провяжу самостоятельно, предлагаю вам сделать то же самое. И потом покажу, как дальше закрыть пинетку без шва. Я довязала свою подушечку. Смотрите, как она выглядит. Вот. У меня на подушке 12 петель было, и здесь
по 6 у меня осталось, как я говорила. То есть у меня получается здесь 12 и здесь 12. Я сейчас для удобства вот с этих двух спиц так сниму на одну спицу петельки наши. Это больше не для того, чтобы спиц меньше было, а для того, чтобы удобно было. Нам сейчас нужны спицы вывернуть наизнанку. Вот у нас получается одинаковое количество вровень, так? И чтобы нам не закрывать по лицевой стороне, да, не портить общую картинку, мы сейчас, смотрите, что с вами сделаем. Мы их уберем наизнанку. Если у вас есть фиксаторы на спице, вот знаете, такие пластиковые бывают, оденьте фиксаторы лучше. Если вы делаете это впервые, оденьте фиксаторы, чтобы у вас петли не соскочили со спицы во время поворачивания. Я уже наловчилась, поэтому я одевать их не буду. Вот одну спицу и вторую сразу же. Так, видите, я внутри придерживаю. Вот они у меня где. И с этой стороны мы делаем то же самое. Мы прячем спицу внутри. Я повторюсь, если есть фиксатор, если вы еще боитесь, что не сможете не потерять петельку, оденьте. Очень удобная штука, кстати. Рекомендую покупку такую, как фиксатор. Она себя оправдает. Я поначалу тоже пользовалась, пока наловчилась. И вторую спицу вот мы выворачиваем. Вот, у нас две спицы на изнаночке получились. Теперь смотрите, нам нужно поймать нитку, да, и немножко ее вытащить сюда наизнанку, чтобы нам удобнее было закрывать наши петельки. Теперь смотрите, для удобства я опять же таки все эти 24, которые у нас получились на двух спицах, петли пересниму на одну. Значит, с этой спицы я одну сняла, и вот снимаю с этой спицы одну. Потом с этой. Ну и так по очереди. Если вам удобно закрывать с двух спиц сразу будет, да, по две петли вместе, то в принципе вы можете не переснимать. Но мне так неудобно. Я пробовала, мне неудобно. И я переснимаю. Я 2 минуты лучше потрачу. Но у меня получится шовчик сам, ну, как не шовчик, а закрытые петли получатся ровнее. Вы попробуйте, как вам больше понравится, какой способ. Или с двух спиц, или с одной. Там для себя поймете. И так до конца мы переснимем. Так, я петельки пересняла. Теперь мы будем просто закрывать по 2 вместе петельки, как при обычном закрытии. Ну, я закрываю тут внутри по 2 вместе. Вы можете закрыть петли любым удобным для вас способом. У меня осталось 2 петелечки последних. Я их провязываю 2 вместе. И еще одну вот так, чтобы закрепить нашу петлю, чтобы она не выскочила. Обрезаем ниточку. И протягиваем через последнюю петельку и фиксируем. Нам осталось сейчас спрятать кончики. Так, мы не вот эту достаем, которая у нас осталась сейчас. Нам осталось спрятать кончики. Прячу я их вот так сразу. В принципе, стараюсь спрятать.
Вы можете взять крючок, если вам удобно, да, или запрятать со спицей. Я сделаю, запрячу кончики иголкой. Мне так удобнее. Смотрите, дели в углу. И вот сюда вот эти косички запрятали. Такой способ тоже хорош. Ниточка не вылазит, ничего не топорщится. Вы можете прятать так, удобно вам. Вот, остаток обрезаем. Выглядит это вот так. То есть ее не видно. Надеюсь, фокусируется камера. Выворачиваем. Тут вот здесь вот наша пятка выглядит вот так, видите? Шва нет, довольно аккуратно. Здесь вот этот хвостик прячем точно так же. Вот такая пинетка у нас получилась. Вот здесь у нас отворотик, который мы вязали два ряда своими. Вот так она выглядит. Сейчас нам нужно связать шнурочек и пришить помпоны. Теперь нам нужно связать для нашей пинеточки шнурочек. Шнурочек можно связать с крючком методом набора воздушных петелек. Но я предлагаю связать полный шнурок спицами. Для этого я наберу на спицу 3 петли. Сейчас я целенаправленно оставила вот такой вот хвостик. Он нам потом понадобится для того, чтобы пришить к шнурочку сам помпон. Теперь смотрите, петля набрана. Я вязание не переворачиваю. Я его перетягиваю по длине спицы. Здесь у нас идет одна центральная петелька, да, для провязывания 2 кромочные. Кромочные мы не снимаем, мы их провязываем. Провязываем мы все 3 петелечки. Здесь немножко подтянули, чтобы у вас петельки не разъезжались. И дальше таким же способом перетягиваем по спицам и провязываем. 2, 3. Все петельки вяжем лицевыми петлями. Здесь также перетягиваем. И провязываем. 2, 3. И перетягиваем. Раз, 2, 3. Вот. Таким способом вяжете шнурочек той длины, который вам необходим. Вот я довязала шнурочек до той длины, которая мне нужна. В моем варианте это 60 сантиметров. В конце я наши петелечки, 3 штуки все, провяжу вместе лицевой. Так, провязали. И еще одну петелечку, одну в одну.
Обрезаем нашу ниточку, чтобы у нас остался хвостик для того, чтобы пришить помпончик. Оставляется такую длину, которая будет удобна вам. И вытягиваем. Так. Вот такой шнурок у меня получился. Я пробовала разные варианты. Мне такой понравился больше всего. Вставлять я буду шнурок в пинетку иголкой. Вот смотрите теперь, для чего я оставила эти хвосты. Вы можете вставлять любым удобным для вас способом. Для меня иголка это удобнее. Плюс иголкой мы уже будем пришивать помпоны. Поэтому изначально я ее беру. Вот смотрите, у нас вот этот рядочек, который мы вязали вместе накид, получился вот здесь. Мы берем примерно посередине, у меня это вот здесь, да, и с лицевой стороны пинетки нашей начинаем вводить шнурок в каждый вот с лица в один, с изнанки выводим в следующий. Здесь также и протягиваем и вдеваем шнурочек до конца пинеточки, ну то есть до того места, откуда вы начали практически. Вот, шнурочек мы втянули. Так. Теперь мы берем наш помпон и, не обрезая хвостик, пришиваем помпончик к шнуру. Вот я просто насквозь его протыкаю. Вот видите, да, иголку ввожу, иголку ввожу. И теперь отсюда уже рядышком делаю прокол. И увожу в сторону шнура. Вот. Смотрите, видите, если вы думаете, что будет видно, вот, дырочки не видно. Вы потом, после как пришьете, расчешете сам помпончик, и вот этих выступов видно не будет. И делаю еще раз такой же. Хитрость, да? Раз. И выводим в обратную сторону. Вот, выняла хвостик из иголки. И здесь я просто завяжу аккуратно, да? Смотрите. Обычным узелочком вокруг шнурочка. И притягиваю вплотную этот узелок по максимуму, чтобы его не было видно. Вот так. Видите, он тонет прямо в помпоне. И еще раз. И уводим его в помпон. Все. Излишний хвостик просто обрезаем. Вот. Что у меня получается. Второй помпончик к другому хвостику пришиваем аналогичным же образом. Вот такие пинетки у меня получаются. У меня нет колодок, поэтому, чтобы они держали форму. На время я внутрь отправила синтепон. Смотрите, вот так выглядит пяточка. Нет ни одного шовчика. Все аккуратненько, красивенько. Здесь две, да, рядочка у нас лицевых петелек было, которые мы провязывали для отворотика. Если вам нужно вес отворотика,
Вы можете их не провязывать, связать резиночкой. Тогда в таком случае они у нас будут выглядеть вот так. Но мне больше нравится с отворотом. Если вам нужно размер побольше, значит, вы набираете здесь больше петелечек, вяжется длиннее мысочек. И если вам нужно подъем побольше, вяжете здесь подъем большее количество рядочков. Если вы увлекаетесь вязанием так же, как и я, и если вам видеоуроки подобного плана будут полезны и нужны, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие бы видеоуроки по вязанию вы бы хотели видеть у меня на канале. У меня задумок много, и мне бы хотелось снимать то, что было бы интересно конкретно вам. Но если у вас есть пожелания по этому поводу, пишите в комментариях. Буду рассматривать, буду снимать, буду делиться тем, что я умею. А на сегодня у меня все. Если данный видеоурок вам будет нужен и будет для вас полезен, поставьте мне палец вверх. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересные для вас видео, которые будут выходить на канале. Но я не прощаюсь. У меня на канале вышло уже несколько видео на тему вязания. Проходите, смотрите. На сегодня у меня все. Всем до новых видео.